с победой в таком тяжелом, выматывающем туре. Скажите, пожалуйста, что вы увидели в этих играх, на что хотели бы обратить внимание, что удалось и над чем еще нужно работать, на ваш взгляд? Ну, поздравляю тоже всех, кто за нас болел. Люди приходят все чаще и чаще, это приятно. Я хочу сказать, что в целом результатом доволен. Доволен первой игрой, как мы выдержали тяжелую и сильную защиту команды соперника. Очень жестко они начали в первой четверти. Мы выдержали эту первую четверть. И дальше, в принципе, уже была формальность. Мы выиграли половину, 18 очков. И дальше уже, скажем так, вчера доиграли. Сегодня было немножко морально тяжелее после 26 очков собраться. Я ребятам говорил, что легкой прогулки не будет. Так оно и получилось. Особенно это вот показала вторая половина встречи. То есть если в первой половине еще там что-то получалось, не получалось, где-то там подбор мы первую четверть проиграли, вернулись опять в ничейку, подбор был, то третья и четвертая четверть мы повели 14, уже выиграли, потом отдали инициативу и опять так это все протянулось до последних, в принципе, секунд, как вы видели. Команда соперника удивила своими бойцовскими качествами. Они очень хорошо, как команда, насколько я знаю, они только собрались, как команда они работают слаженно. Плюс они, конечно, поопытнее, повзрослее. Нам все-таки было тяжелее в плане характера. Где-то вернуться в защиту вовремя, где-то правильно сделать фол. Но я трагедии из этого не делаю. Единственное, что хотел бы, чтобы игроки больше меня слышали. Потому что когда ребята немножко заигрываются, когда они хотят забить мяч, они больше эгоизм проявляется. Ну, в целом я доволен. Дальше будем работать, есть над чем. Так что спасибо за поддержку. Всего доброго.